Танечка, не ошибаться, там главное. Все, здорово, поехали. В Ульяновском институте гражданской авиации большой спортивный праздник. Вузовская команда вышла на всероссийскую арену. По инициативе президента России Владимира Путина в стране запустили проект студенческой хоккейной лиги. Ульяновские авиаторы на призыв главы государства откликнулись одними из первых. Для ребят это как бы дает стимул нашим летчикам, которые сюда поступают. Есть чем заняться в свободное время, заняться хоккеем, любимым делом. Уже в первом матче на всероссийской арене у «Крыльев» появилась своя фанатская группа поддержки. Это однокашники участников чемпионата страны, которые не пробились в состав хоккейной команды. Бесконечно скандируют речевки, но в перерыве между периодами успевают выучить пару лекций. Хоккей хоккеем, а учебу никто не отменял. Интерес поболеть за свою команду, увидеть хоккей, ведь хоккей – это настоящая игра, хорошая игра, где есть скорости, силовые приемы, много интересного. При этом команда «Крылья» не новичок на хоккейном небосклоне региона. Ледовая дружина уже несколько лет выступает в областных соревнованиях. Однако сами студенты говорят, что горизонт хотелось бы расширить. Соревнования студенческой хоккейной лиги подоспели как нельзя вовремя. Наконец-то на ульяновской земле, как и в старые те годы, когда играли наши ребята и за сборную «Союза», земляки-ульяновцы, и за «Торпедо» Нижегородская или тогда Горьковская. И я думаю, вот этот первый шаг к возрождению хоккея с шайбой профессионального на ульяновской земле. Магнитогорск, Москва, Новосибирск и Омск, Ульяновск и Татарстан. Команду «Крыльев» вполне можно назвать студенческой сборной России. Ведь в Институт гражданской авиации едут учиться со всей страны. Подобного вуза нет на всем постсоветском пространстве. При этом все, кто берет в руки клюшку и одевает свитер с символикой «Крыльев», в хоккее не новички. В основном ребята все уже прошедшие спортшколы, уже выпустившиеся оттуда. Вот, некоторые разрядники, кандидаты мастера спортов есть. Так что команда собранная и укомплектована очень хорошо. В своем первом всероссийском сезоне «Крылья» выступают в дивизионе «Бакалавр». На предварительном этапе ульяновцы обыграли соперников из Чебоксар и Самары. Правда, уступили команде Вятского госуниверситета из Кирова. Но это поражение, по мнению специалистов, не должно помешать «Крыльям» долететь до Сочи, где в будущем году пройдет финальный турнир Всероссийской студенческой хоккейной лиги. Михаил Рассашанский, Павел Макаров. Новости Ульяновской правды.